Всем привет, вы на канале Папа Фан Машина. Друзья мои, продолжаем играть в игру Hot Wheels Infinity Loop. Так, забрать награду. Что мы будем сегодня делать? Кстати, разочек я всего лишь снимал этот по этой игре видосик, ребята. И больше даже не заходил в эту игру. Или все-таки как-то вечерком поиграл немножко. Так, короче, ладно, давайте продолжаем. Так, Infinity Club, подписаться. Нет, это нам не надо. Испытание, ребят, режим испытания. Давайте сейчас посмотрим. Коснитесь, чтобы открыть. You City Tokyo. Ребят, какая-то новая локация Токио. Япония. Что мы здесь с вами видим? Финиширую за 26 секунд, чтобы получить 50 карточек, ребята, с тачкой Mad Manga. То есть новая какая-то машиночка Hot Wheels. Ну, слушай, ну прикольно. Так, у тебя есть ящик, который можно открыть, все равно начать гонку. Давайте откроем сначала ящик. 5 минут. Серьезно. Нет уж, спасибочки. Так, ждать мы не будем. Ладно, погнали. Посмотрим, что это. Ну, Япония, ребят, реально Япония. Цветочки. Как эти цветочки-то называть? Сакура, что ли? Вот напишите в комментариях, ребят, цветочки такие. Ну, не цветочки, ребят, деревья. Да, розовые деревья. О, смотрите, какая тачка против нас. О, еще какая молоковоз. Молоковозик. Так, а это что такое? Непонятно. О, тачка с цепью. Забавно. А у нас тачка с одной турбиной. Так, вперед, хороший старт. Я здесь управление немножко поменял. Только вот, если не помню, а как у нас тормоз-то нажимается? Чуть-чуть, реально, слушайте, реально я забыл что-то. Так, где у нас гаражик? Вот машины. У нас есть Bulletproof. А что у нас с характеристиками? Скорость 101, 153. Так, тут скины я вижу. Слушайте, оно дороговато стоит. 750 жетонов. Или нет? Да, наверное, 750 стоит. Так, купить можно. Ага, 1500 рублей стоит у нас 470 жетонов. Дороговато. Дороговато. Так, скорость 101, ускорение 153. Давайте-ка сравним. Скорость 108, ускорение 136. То есть ускорение у того 153 было. То есть тут посерьезнее. А вот максимальная скорость у этой выше. Ах ты ж, ёлы-то-палы. Ну, оставим, наверное, эту уже тачку. Так, и продолжаем испытания. Так, дейли. Так, ежедневное. Так, время 14 часов 28 минут еще до конца. При запуске у нас за билетики. Турбон Чарджет. Наша тачка называется. Лондон Челлендж. Ребята, следующая карта у нас Лондон Челлендж. Репрод, по-моему, тачка вот эта, да? Я не ошибаюсь. Так, ладно, все, погнали. Идеальный старт у нас, идеальный. Так, так, но... Так, нам бы позбивать, наверное, всех. Бэм. Когда мы сбиваем полицейские тачки, нам еще нитро накидывают. Слушайте, ну что-то прям серьезное, чувачки. Ах, разбился. Зачем меня сбили? Как так-то? Слушайте, седьмая позиция, у нас нитро нет, что будем делать, непонятно, ничего не сделаем. Я даже не могу догнать этих, это даже не полицейские тачки, это какие-то дорожные тачки. Ребят, вот здесь вот скорость у нас вообще низкая, надо было, наверное, справа ехать. Так, а здесь по заданию вообще за сколько, за какое время должны были поехать? Давай! Давай, позбиваем мы сейчас все тачки. Финиш, финиш. Ну-ка, проверим.
Минута 18. И что в итоге мы с вами получаем? Минута 12 минимум надо было. Слушайте, ну вообще здесь получается в испытаниях делать нечего. Тачка очень, очень слабая. Так, забрать, забрать, забрать. А я, кстати, и не посмотрел прокачка с машинок у нас там. Ой, блин. Так, назад, назад. Забрать. Поздравляем, да получаешь награду. Угу, спасибочки. Так, машины. Машины все-таки надо проверить. Прокачку у нас улучшить. Блин, не можем улучшить, потому что у нас нет карточек. Или есть. Где получить? Так, здесь продаются ящики всякие. То есть из ящиков можно выбить, да? Так, бесплатно. Получено. Ага, карточки еще здесь отдельно можно покупать, ребята. Так, 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 я даже не знаю. Но для нашей машиночки ничего здесь нет. Так, а что там за подписку? Ладно, не будем смотреть, там подписка за деньги. Так, ну... Что если мы вот эту возьмем? В принципе, ее можно улучшить, подтвердить. Скорость 101, ускорение. Слушайте, может на ней попробуем покататься? Управляемость 107, длительность нитра 98, сила нитра 105. Так, сила нитра 117. Управляемость 132, длительность 109. Блин. Слушайте, ну та тачка явно выше по характеристикам. Та явно тачка мощнее. То есть нам нет смысла менять ее. Давайте в лиге перейдем. Хватит мне подписку-то подсовывать постоянно. Так, гонка Спартан. Пройдите свой Спартан, чтобы получить дополнительное время. Ну, давайте посмотрим. Синяя команда против оранжевой команды. Гринвич Стрит. Гонка с порталами. То здесь никак в Асфальт 9, ребят, никак в Асфальт 9, где у нас... Ой, портал. Онлайн-режим. Ребят, здесь что-то тачками управляют боты. Я так понял. Эй, приятель. Блин, портал пропустил. Наша задача-то. Пропускал. А-а-а! Блин. Я думал, сейчас слева возьму. Так, 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 так. Вот здесь бы еще разобраться, ребят. Короче, надо вникать в игру. Понимать, что происходит. Оранжевые вот-вот победят? Серьезно? То есть мы, синяя команда, вот-вот сейчас проиграем? Блин, как так? Как так, ребята? Блин, все. А-а-а, то есть дольше всех нужно продержаться. Давайте заново. Давайте заново. Шкала времени тикает у нас наверху. И то есть она не должна заканчиваться, ребят. Присмотрите внимательно, сейчас буду ехать. А что такое-то? Это опять поражение пропустил. Ну нормально, все, слив. Слушай, а как их вообще пройти-то, я не понимаю. Так, непонятно, 10,5 секунд, я в итоге... То есть лидер. Я в итоге лидер, но... Команда почему-то нас все равно не вы никак не может победить. Ладно, сейчас попробую тогда максимально точно заезжать в эти порталы. Короче, здесь основная задача. А, куда ехать? Блин! Кажется, я врезался. Отрыв 1 секунд. Пока что. Как так? Мистер Молоковоз. Мистер Молоковоз меня просто сбил. Отрыв 1 секунд сохраняется. Главное сейчас... Главное сейчас, ребят, держать. Держать до конца. Пока они окончательно не сдадутся. Так, вот-вот мы сейчас выиграем. 5 секунд остается. Слушай, здесь тачка вообще не едет. Здесь тачка вообще не едет. Слушай, они немножко отыграли. Чё? Отрыв? 4 всего лишь. Есть, наконец-то. Прям тютелька в тютельку. Но в итоге мы с чувачком делим по 19 секунд собрали. У них даже есть чуваки по 20 секунд собравшие, да? Ну хорошо. Это я затащил.
Так, уже, то есть в этом режиме я понял, что нужно делать. Главное в порталы попадать и накидывать секунды, но многое зависит, конечно, от напарников. Так, не сейчас. Испытание лиги. Гонка с порталами. А почему у нас лига гонка с порталами? Гоночка с порталами. Что ты будешь делать? Так, ну не хочу я испытания все-таки. Давайте посмотрим. А, тут еще у нас разные открывались. Кейтриал. Что это такое? Да, один. Проедь 36% трассы. Проедь 44% трассы, проедь 35%. Так, что это значит? Следующий этап. Проедь 44% трассы. Так, что это значит? Что это значит? Центр Нью-Йорка. Так, погнали. Отличный старт. Проедь 40% трассы. О май гад. То есть опять здесь мы не должны с вами пропускать. Ничего не должны с вами пропускать. Блин, ну как так? Меня вот управление что-то бесит. Подожди, победа. А что с победой? 36%. Ну, допустим, я это выполнил. Давайте посмотрим дальше. Что-нибудь у нас поменяется. Дальше идет 37% трассы надо проехать. Давайте посмотрим. Отличный старт. Да ёлшкин да макарёшкин, вот реально непонятно. Чуть... Так, вроде прошел. Чуть нажал не так, и все, он как-то улетает. Так, или не прошел. 37% трассы надо было пройти. Пройти 37% трассы. Ребят, нам не засчитали. То есть последнюю штуку я пропускаю все время. Фу, то есть ее нельзя пропускать ни в коем случае. Ладно, давайте сейчас попробуем чисто проехать. Отличный старт. Победа. Или я не доехал? То есть времени не хватит. Не, ребят, 38% нам засчитали. И 37, и 38. Ну, прикольно. Прикольненько. Так, ну что, ребят. Давайте пока на этом все. Короче, у нас здесь только есть режим испытаний, режим лиги. А лига у нас сейчас... Лига новичков, гонка с порталами. И все, ребят. Так, топ 100 давайте проверим напоследок. 13 тысяч кубков. Первое место. А у меня сколько? А у меня... Так, а где посмотреть-то? Я что-то не вижу. Победа 3. Победа 3. У меня 8 кубков. А у чувака лидера 12 тысяч кубков. То есть чувствуете разницу, да? У меня всего 8, а у него 12 тысяч. А мой рейтинг, а вот здесь написано, кстати, мой без лиги. Без лиги. Да. Ну тут, в принципе, как он вообще 12 тысяч набрал, непонятно. Топ 200 тут есть и все. Больше не показывается. Да, ребят, ладно, все-то на этом. Такой, короче, был выпуск. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, комментируйте. Делюсь этим видео, ребят. До новых встреч. Пока-пока.